Здорово, мой любимый сайт Drive2. Сегодня с утра проснулся, 8 утра, звонок сильнейший. Алло, ну ты чё? Ну ты готов? Я говорю, к чему готов? Ну ты чё, ты гонишь что ли? Короче, быстро, быстро, бери импятую, быстрее приезжай. Все нормально, все четко договорились. Ценник вообще просто халява. Я говорю, ты о чем вообще? Да я по номерам, ты ж просил. Я говорю, нормально ты в 8 утра мне звонишь. Ну, туда-сюда. Думаю, ну все, что, нормально, договорился по времени, короче, все как положено. Ну и в итоге звоню в эвакуатор. Думаю, ну полюбасу, ну погода вроде не очень, надо на эвакуатор ехать. Сейчас звук что-то мешает. Надо на эвакуатор ехать. Ну и, короче, эвакуатор эвакуатором. Позвонил в одно место, позвонил во второе. Там 3000 рублей в одну сторону, 3000 рублей в другую сторону, сухой асфальт. Вообще эвакуаторы, конечно, просто охреневшие вообще. Просто охреневшие. Ну и я, короче, недолго думаю. Я еду на М5. Еду в ГАИ, еду стоять на учет. Сегодня все это дело засниму, все вам покажу. Пока просто рулю, слушаю прикольную музыку. Сейчас включу прикольный клип. Ну не клип, а, ну вы поняли, туплю. Как со мной знаком.